итальянского композитора и исполнителя, которого зовут Стинг. Наверное, вы о нем слышали что-то. Эта песня была написана давным-давно, как я выяснила, и была очень удивлена, аж в 93-м году. Казалось бы, уже больше 10 лет прошло, а она звучит так же свежо. Мне было тогда 6 лет, с ума сойти. Тогда я точно ее не слышала, но с подросткового периода уже точно помню. В этой песне много смыслов, и мы думали о том, какой именно смысл преподнести здесь, при представлении, но я, наверное, скажу свой, который я услышу. Эта песня, на мой взгляд, о поиске, как обычно, о поиске смысла жизни, о том, для чего мы живем, что мы делаем в этом мире, как этот мир устроен. В общем, о мироздании в широком смысле. Хотя, казалось бы, по сюжету там все намного проще. The shape of my heart.
Как ты, Марин, вспоминаешь свой первый концерт? Я помню наш первый концерт в особняке Носова, когда мы начали петь в хоре. Это было, я даже не помню, сколько лет назад, это лет 5, наверное, точно назад. Мы тогда, ну, соответственно, Новый год, да, мы занимались с сентября месяца, мы успели выучить, ну, буквально всего ничего, песен несколько, поэтому это был такой маленький концерт. Мы пели не в этом зале, а здесь еще один есть зал, он совсем-совсем маленький, потому что, ну, мы были уверены, что придут наши родственники, знакомые, как бы, ну, никто не знал о нас, только вот те, кого мы звали. Вот. В итоге этот зал был полный, пришло вообще куча народу, это было совершенно восхитительно прекрасно, и я очень рада, что после этого концерта наши новогодние концерты стали традицией, что это все продолжилось. А я вот присоединилась только в прошлом году к старшему составу хора, и так случилось, что как только я присоединилась, мы год вместе попели, и в конце года девочки объявили о том, что они больше петь не собираются таким составом, и в общем-то от всего того состава прошлогоднего остались вот только те, кто сейчас стоит на сцене, я и Марина. И вроде бы нам было очень приятно узнать о том, что в этом году неожиданно для нас некоторые из девочек, участниц прошлого состава, неожиданно собрались и решили продолжить совместное творчество. Конечно, нам это немножко было обидно узнать, потому что нас-то как-то не пригласили в этот состав. Говори. Ну да, но запретить им петь без нас мы все равно не можем. К тому же звучат они совершенно. Звучат они совершенно великолепно. Давайте пригласим их на сцену, но прежде чем они все-таки запоют, давайте дадим слово их бывшему руководителю Людмиле Олеговне Ханиной. Что как-то их очень так представили. Все дело в том, что мы безумно рады, что эти люди продолжают петь. И занимаются они абсолютно самостоятельно. То есть я не прикасалась к этому вообще. Это я не для того, чтобы снять с себя всю ответственность, да, за то, что сейчас будет происходить, а просто для того, чтобы сказать, что эти люди, ну, в общем, уже вполне могут существовать вот так без руководителя. Это их первые шаги, конечно же, вот в таком составе, но тем не менее они молодцы, и мне очень приятно, что они продолжают это делать. Это здорово, что люди поют. Да? Magic technique, man with
may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. You have a magic technique. When we sway, I sway, high going, I can hear the sound of violins long before it begins. Baby, because only you know how. Sway me smooth, sway me now, make me feel as only you.
великолепно. Это Полина Русеевич, Мария Штол, Александр Соболев, Ирина Соболева и Юлия Смирнова. Друзья, следующую песню у нас выйдет петь Алексей Богданов и Наталья Скворцова. Нет, у нас небольшая, у меня в голове мнение просто от такого красивого пения. Друзья, и вообще у меня случилась печаль. Дарья, наша ведущая, она сказала, что больше не хочет работать ведущей, поэтому я даже не могу связать. И двух слов. Но, посмотрите, это превращение мне нравится. Даша, расскажи, ты нашла новую работу, я так понимаю. Надеюсь. Сейчас это проверим. Давай проверим. Пригласи Наташу, пожалуйста. Мне она нужна. Наталья, я приглашаю вас сюда. Наталью приглашаю сюда, чтобы она пришла. Сегодня какие-то волнительные, у нас все как-то не по порядку идет. Мы сейчас с Натальей Скворцовой, замечательной пианисткой, исполним песню, которая называется «Miss Otis Regrets». Это значит, что мисс Otis сожалеет. И сожалеет она о том, что не сможет пообедать. Да. Но не просто пообедать и не просто сожалеет, она на момент исполнения песни уже мертва, собственно, поэтому там так все драматично, как это сказать, сложилось. Но самое главное, что она сожалеет, что не сможет поверить. Вот такая песня. Miss Otis regrets, she's unable to lunch today. So far astray.
А теперь по-настоящему веселая песня. Никто не умер, все живы, все танцуют. И Анатолий Гонкин ко мне присоединяется. Песня называется «Stepping out with my baby». Про свидание. Что все вдруг решили все поменять и сделать веселым, я стоял грустным. Ну, песня просто... Не свойственна тебе, но... Категорически не свойственна. А, песня про маленькие неудачи в новогодний вечер. Ну, естественно, на английском языке. Does she love you better than I can?
Мои ведущие. Так. Мне придется самому объявлять следующую песню. Заслушайте. Секундочку. Любите ли вы Гершвина, как любим его мы? Следующая исполнительница исполнит песню, которая уже сегодня звучала. Это «I Got Rhythm». Но она настолько прекрасна, что, я думаю, вы будете очень рады. И мы тоже услышите ее еще раз. Дарья Егорычева, «I Got Rhythm». Единственное, что мне бы хотелось сказать, что эта песня о том для меня, как хорошо человеку, потому что у него есть музыка, любимый ритм и любимый мужчина. Вот. В общем, не судите строго. Ba-ba-da-ba-da-ba-da.
Мы пели вместе в хоре, и поэтому я их очень люблю. На сцену выходят Эвелина Гольдман и Ольга Кутафина. Они нам сами представят свои песни. Спасибо. Здравствуйте. Мы с Ольгой сегодня тоже для вас приготовили пару композиций. Добрый вечер. Да, и первая композиция, они, конечно, не джазовые, но тоже очень интересные. Вы их тоже можете слушать. Первая композиция называется «Релакс». To his knees, hold you in his arms.
мыслями к тому году, который уходит сейчас. И давайте подумаем, какие образы у нас встают перед глазами, когда мы думаем об уходящем годе. И, наверное, первое, что приходит в голову, это какие-то грандиозные события, может быть, карьерные там, достижения, или какие-то трудности, с которыми удалось справиться, или, может быть, с которыми еще не совсем удалось справиться. Но есть еще какие-то вещи, которых мы привычно иногда не замечаем. И они могут быть совсем-совсем маленькими. Какое-то голубое небо, какие-то зеленые деревья вокруг нас, какие-то спешащие люди и любящие нас люди. И об этом будет наша следующая песня. Она называется «My Favorite Things» из известного мюзикла «Звуки музыки». Snowflakes that stay on my nose and eyelashes. See you in white winter.
большое спасибо нашим педагогам по вокалу. Это Светлана Шебека, Виктория Терешина, Зубова Галина Юрьевна и Сидоркович Владимир Евгеньевич. У меня есть, я всех помню, но вот тут у нас такая проблема из концерта в концерт, когда вот мне приходит черед объявлять список, то некоторые фамилии у некоторых дам изменяются, я об этом не знаю. И у нас происходят иногда всякие конфликты и конфузы, то вроде как бы уже и другая фамилия. Так что... Да, вот мы сейчас представим наш состав, который сейчас находится на сцене. Это Анна Авилова, Екатерина Малютина, Анна Володина, Марина Прокудина, Надежда Гладких, Евгений Багин, Матвей Конященко, это я, Алексей Богданов, Влад Кучерянов, Алена Сергеева, Дарья Ретинская, Дарья Егорычева и Ася Клада. Администрацию этого места прекрасного, особняка купца Носова, это Любовь Александровна и Александр Марихбейн. С очень красивыми фамилиями. Спасибо большое. Какие-то эмоции, без ваших эмоций у нас тоже не бывает никаких эмоций. И... Ну да, да. Нет, сейчас мы хотели бы сказать спасибо нашему руководителю Людмиле Олеговне.